Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день 80. Мне осталось закрыть 6 энергий, чтобы закрыть чистую статистику. И потом HP еще у нас упадет. То есть силы, по-моему, будет 140 вместо 280. Давайте посмотрим, сколько получится заработать сейчас за 6 энергий. Так, первые начисления пошли по 0,60. 23 монетки дали. Так, по 0,50 начисления идут. Так, здесь 18 монет дали. Также по 0,50 идут начисления. Здесь 18, ну почти 19 монет дали. Так, по 0,35 пошли начисления. Здесь 13 монеток дали. И по 0,40 начисления идут. Так, одна энергия, 88 монет. Средняя 17,6. Посмотрим, когда 6 энергий пройду, сохраню или нет. Все, ребят, 6 энергий пройду, включусь. Ребят, прошел 6 энергий, 448 монет. Так, ребят, это наш основной телеграм-канал. Также к нему у нас есть чат. Залетайте, подписывайтесь. Ссылки будут в описании под видео. Также можете ознакомиться с закрепами. У нас будет 18 числа долгожданный токен-сейл на CoinList. Видео я уже записал, тоже есть на канале, можете посмотреть. Не упустить шанс поучаствовать. Может, кому-то и повезет выиграть хороший номер в очереди, чтобы закупиться токенами. Также один из закрепов – это запуск премиум направления. Там несколько направлений. Одно из самых важных на сегодняшний день – это сбор своего криптопортфеля. Все токены разбиты по секторам. Сезоны покупок-продаж указаны. Также в начале каждого месяца выкладываю свою статистику по портфелю. Вот здесь 1 мая выкладывал статистику. Собрал его в октябре месяце 22 года. Можете посмотреть. Давайте посмотрим, сколько это в долларах. 121 доллар. Курс, по-моему, 0,27. Сейчас GMT упал вообще. Solana 5,6. Все, ребят, вот такое сегодня было короткое видео. Закрыли статистику. Сила упала. Давайте посмотрим. Да, 140 сила стало. Все. Теперь будем на новой силе идти. По HP ровно 20% осталось. То есть это получается, по-моему, 400 энергий. Все, ребят, вот такое было видео. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.